Полезные и вкусные дары природа любят многие – и есть, и собирать. В этом сезоне рассказывают грибники – самый богатый урожай на Байкале и Аршане. Но собрать корзинку-другую можно и поближе – в Саватеевке или Мегете, или вовсе прогуляться на местный рынок. Динамика по грибам, конечно, такая же, как в прошлом году. Груздей мало, в основном они какие-то переросшие. Рыжики ожидаем, наверное, больше к осени. Предложение здесь на любой вкус и кошелек. Самые недорогие лисички, грузди, подосиновики от 100 рублей за литр. Белые грибы обойдутся чуть дороже, не менее 200. Выбирать лесные плоды тоже нужно внимательно. Сломанные и поврежденные грибы брать не стоит, как на рынке, так и в лесу. Срезал грибок, вот посмотрел, если немножко посинело, то возможно это самое, он у нас не совсем съедобный. Поэтому лучше, конечно, вооружиться небольшим ножиком. Александр Бондарчук – бывалый грибник и опытный кулинар. Знает массу простых и вкусных рецептов. Например, белые грибы лучше сушить, а грузди – солить. Кстати, готовить разные виды грибов нужно по отдельности и лучше предварительно отварить. А для маринования нельзя использовать оцинкованную и глиняную посуду. Здесь вот присутствуют у нас в основном подосиновики. Вот очень симпатичные грибочки, вы видите, да, очень, как говорится, они только-только пошли, видите, совсем маленькие, да, вот, поэтому они хорошо, их хорошо, значит, мариновать. Грибы – продукт, который трудно переваривается. Врачи не рекомендуют употреблять их в пищу людям младше 14 лет. Хранить плоды нужно в прохладном месте и обрабатывать в первые сутки после покупки, иначе отравления не избежать. К слову, отреагировать организм может в течение 2 суток. Облегчить состояние больного можно и до приезда бригады медиков. Если взрослый человек, это нужно литр воды выпить на корень языка. Пальцами нажимаем и вызываем рвоту. И так, пока не появится чистая вода. Ну, это, как правило, 5-6 литров воды. После того, как желудок промыли, значит, нужно обеспечить себя обильным питьем. Лучше всего это холодный черный чай, обычная вода, возможно. Самостоятельно лечиться от отравления нельзя. Интоксикацию организма можно остановить только с медицинской помощью. Но если соблюсти все правила по сбору, покупке и приготовлению грибов, блюда из лесных плодов принесут только удовольствие. Юлия Хорякова, Роман Буйнов, Дмитрий Новопашин. Местное время.